Отпускник на поверхность моря глядит с тоской. Дурачок, он не знает, как старые водолазы, как легко медузе в прятки играть со звездой морской, потому что обе они безглазы. У обеих нет позвоночника, нет головного мозга, им недоступен свет. Не вполне, оказывается. Зоолог в ответ на «в общем-то ничего мы о них не ведаем» молвит: «Что ты? Есть у них две дюжины, то ли глаз, то ли их прототипов. Но это нас не заставит забыть собственные заботы за пределами воздуха, то есть, считай, нигде. Молодая медуза к невидимой, но звезде не морской, без скорби превозмогая силу тяжести, щуря зачатки глаз, воспаряет, радуется, в первый раз расправляя щупальца. Там другая жизнь на грани воздуха и воды, недоступная тварям морским. Труды человеческие мерцают, словно головешки в костре осеннем, и всюду бог сухопутный обочинами дорог молча странствует в виде овна. Отпускник надевает плавки, бредет, дрожа мелководьем, страшась морского ежа, погружается как бы в стикс, поводя плечами. У него жена и взрослые дети, айпод на ресепшене. Брызгаясь, он плывет в пустоту, и медуза висит в печали рядом. Дал бы ему Господь 6 крыл, вероятно, сразу бы заговорил по-другому. От горькой земли к несладкой пролетаю в вакууме без дна, братьям хвастаясь рюмочку вина и кривой ученическую тетрадкой. Мы спали невесело, жили одним. Страдали врожденной виной. Бродили вино покупать проходным двором в штукатурке ночной, где стыли в сиянии ленинских ламп. Пастись, не хочешь, говей, румынский сервант, прибалтийский эстамп, задумчивый хемингуэй. Снег, очеловеченный лунным лучом, фонарь, золотая вода, теперь и не вспомнить, зачем и почем, откуда и даже куда, а время, что доктор велит мне, ложись, забвение, вера и тлен, и марля больничная теплую жизнь вбирает из взрезанных вен. Душа семенит сквозь расслабленный дождь, и спутник, ах, прохиндей, зачем, вопрошает, меня ты ведешь на кладбище мертвых людей. А друг ее, может быть, сам Азраил, роняя серебряный свет, стесняется темно-коричневых крыл, обвисших на старости лет. Так, все знают картину «Кустодиева чаепития в Мытищево», да? Все? Одна из величайших картин русских. Согласишься со мной, Сашенька? Величайшая. Вот, ну, вот про нее стихи. Пусть не про нее, про нас. Ленк с Пашкой на кухне лаются. Ты не слушай. Полежи. На объекте осуществляется пропускной, как всегда, режим. На объект проходят сутулые, все в спецовках, печаль в очах. Режут воду, как рыбу снулую, разжигают огонь в печах. Только мы с тобой по наитию полежим, поспим, подождем большегрудого чаепития, под чугунным, что ли, дождем. Воздух серый, калина красная, за бараками спит река, и над раковиной прекрасная репродукция из огонька. Кот, арбуз,
красавица. Пропили или нет? Ну, еще налей. Ах, не зря мы ее приклопили. С ней уютнее и теплее. Ветер смерти не пролазен. Неужели зря создавал Господь свои ясени в сердце сентября? И ликуя, детям малым тягу надышал к государственным бумагам и карандашам. Зря ли радуется всуе неостановим мальчик, доброе рисуя фиолетовым. Здравствуй, мой заветный колер! Им я вел дневник, быв в печальной русской школе. Робкий ученик, возникает человечек, он совсем как огуречек. Свет, начало всех начал, только цветом подкачал. Не изгаден, не извреден, но зато лишен чина ангельского. Беден, грешен и смешон. Анна, плачущая в спальне, мята, персиковый спас, кинокамера в купальне, сны, оставившие нас. Ты рисуешь, я рифмую, смайлик, музыку хромую, щавель, млеко, букву Ю. В общем, родина моя. Когда ископаемый Гамлет, сам заграничным Жабо, со сцены задумчиво мямлет, что жить ему, детско, слабо, что он упорхнул бы, подобно синице из клетки, когда б не так опасался загробных видений и дьявольских лап. Грустит потаенный анатом, в нирвану замыслив прыжок. А надо заметить, она там устроилась ловко, дружок, не пашет, не сеет. Не вяжет снопов, как казенный народ, как наземный народ. А если что и расскажет, сам черт ее не разберет. Хоронят под камнем австрийца, индуса сжигают, как дым. Покойного зороастрийца кидают гиену ночным. Кто кость у собаки отсудит, кто в небо запустит глонасс, когда-нибудь смерти не будет, но это уже не про нас. А, ну, наверное, последнее, да. Сейчас есть у меня. Нет, еще два. Два, да. Да. Последнее сейчас найду, а вот перед последним сейчас тоже найдем. Где же? А, вот, все, последнее нашел. Вот предпоследняя, потом последняя. Да, вот курорт. Прогулочное место. Румянцем пухлым знаменит. Там прелесть. Там вообще известно. Там Ницше Бога не винит. Нет коммунальных плачей детских. Лишь сладострастие закон. И юноша в трусах немецких. Курить выходит на балкон. Все струны мира, словно тросы напряжены, и месяц ал. Размять тугую папиросу, Казбек, не Беломорканал, склониться в мир листвы вощеной, магнолий, олеандров, ах, не фонарями освещенный, а счастьем в щавельных лучах. Друзья, да здравствует победа! Конфетка мятная в горсти. Сон. Не скажу, что до обеда, но до 12 почти. Шепнуть, не думая, родная, и замереть в рассвете дней. Прости, подай воды. Не знаю, что делать. Ну и ветер с ней. Скажи, мой сумрачный и гордый, легко ль с кефалью наравне лежать к зениту светлой мордой на апельсиновой волне, покачиваясь, будто ярик пустой, смирился и притих, не отличая крика чаек от песен ангелов морских. А последнее такое.
где князю Волконскому снились дубы, и слышалось грубое «при», растут на лугу молодые грибы, прохладные губы земли. От взгляда пытливого погребена грибница под ними поет. В погибельной тьме проживает она, но свет словно Яхве дает. Ах, пятое царство, не белка, не рожь, чеша вдохновенную плешь, мыслительных нитей грибницы не трожь, ножом перочинным не режь. Кто любит свободу? Кто дует в трубу? Кто теплому дождику рад? Утихну в гробе и стану грибу, любимый двоюродный брат. Да, был я нахлебник и был однолюб, с корзинкой гулял по лесам, а волк или князь, боровик или дуб, пускай разбирается сам грибной судья. От лесной полосы тропинка сквозь поле ведет, а там и часы у него, и весы, и гири, и ночь напролет. Спасибо, дорогие друзья. Да, у кого брал книжку, заберите обратно. Бахыткин Женев с удовольствием ответит на ваши вопросы. Да, но если не очень умные, я мальчик недалек. Пожалуйста. Я потом напишу. Нет вопросов. Бахыт, когда я тебя представлял... Я сказал, у матросов нет вопросов. Забыл сказать одну историческую вещь. Ты один из отцов-основателей мигрантской веры. Не без этого. Ты был членом жюри самого первого нашего фестиваля. А почему я теперь не член жюри, кстати? Почему? Не знаю. Меня выгнали. Выгнали членом жюри, да. Хороший вопрос. Очень далеко жили. Хорошо. Ты публиковался в нашем жюри. С тобой интервью. Ты участвуешь в наших... мероприятия. Вечерах. Да. Ты был в Амстердаме. Ты был. У нас в Нью-Йорке прошло 2 вечера мигрантской лиры. Наконец, ты выступил здесь перед нами. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо вам, друзья мои. Так вопросов нету, да? Вот можете там вот какую-нибудь метафору кто-нибудь не понял, нет? Что касается вопросов. Ладно, вы хорошо. Сможете задать Бахыту во время дружеского бокала вина, который нас ждет в неформальной обстановке. Абсолютно пора добавить бокал вина. А еще раз напомню, друзья, что интервью с Бахытом вот в этом журнале есть.